Тимур, как тебе дождь наш в Латвии? Дождь сумасшествие, но мы боремся. Есть кому поднять настроение, вот я пришел как раз посмотреть на них. Работа главная голосом, у нас климат такой, что голос першит. Ты знаешь, самое главное, что есть куда пойти, есть где вкусно поесть, и самое главное, полечить голос. Вот. Еда лечит голос, вкуснейший палтус, который ем уже второй день. В общем, мне хорошо в любом случае. Что ж, удачи. Спасибо. Вам тоже погода не испортит настроение, если правильно его поднимать в нужной компании. Вот я за эти. Какие-то конкурсанты у тебя фавориты появились? Вот я пришел на всех посмотреть и понять, кто же окончательно закрепится у меня в голове как фаворит. Я вечером уже вам все скажу. Хорошо, жду. Спасибо.